Назад в 90-е. В субботу около 5 часов утра на остановке улицы Пушкина 30-летний мужчина похитил у жительницы центральной части города золотую цепочку и деньги в сумме 500 рублей. За такую сомнительную наживу грабителю грозит лишение свободы сроком до 4 лет. Женщина 83-го года рождения рано утром в субботу возвращалась из гостей. Она вызвала такси, чтобы добраться до дома. Но таксист приехал не один. По дороге он решил подобрать голосующего мужчину, чего по всем правилам делать не должен был. В итоге, когда пассажиры вышли из машины, незнакомец отобрал у женщины деньги и золотое украшение. В ходе расследования уголовного дела по приметам преступника, патрульно-постовыми нарядами, был задержан гражданин, который подозревает в совершении преступления. Похищенная цепочка была изъята, возвращена владельцу, и в настоящее время производится дознание по данному уголовному делу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». К мужчине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как оказалось, грабитель был ранее судим.